Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Heroic Magic Duel. Так, открываем с вами сундучки. Ну, что там выпадает? Ага, армия нежити, огненный бес, ярость и рул. Понятно. Ну, естественно, руны заклинаний, руны тайн, бездны и так далее. Давай открывать следующий. Посмотрим, что выпадет нам здесь. Так, щитоносец, огненный бес, ярость. Замечательно, в принципе, ребят. Давай это все забираем. У нас еще один сундук. Вот здесь мы его открываем. Смотрим. Ох ты, на Элла. Новый персонаж, у меня ее нету. Так, древень эпическая, я могу прокачать. И катящиеся камни, елки-палки. Ну что же, давай. Давай займемся этим делом, да? Поставлю, наверное, следующий сундук на открытие. Так, что у меня здесь происходит? Кого я могу... А, нет-нет-нет, это не то, ребята, это новости. Так, давай-ка вот сюда зайдем, наверное. Так, приспешники, 10. Кто нам здесь нужен на улучшение, ребята? Ну, я, честно говоря, даже не знаю. Кстати, я прошел испытание, ребят, последний герой, как, наверное, многие из вас. И вот нам дали лорда Самрека. Но он мне понравился. На самом деле, крутой чувак. Я, наверное, сегодня покажу, что он умеет, как он действует. Так, я думаю, что, наверное, нам надо усилить древень. Ну, по крайней мере, начать его усиливать. И давай, наверное... Гоблин-стрелок. Хотя там есть, ребят, такой стрелок прикольный сейчас. Упс, я получаю уровень, что ли? Нет? Показалось? Как же ее там звать-то, я не помню. Она, короче, стреляет из арбалета. Причем довольно некисло. Так. Где? Вот если она здесь есть, я вам покажу, ребята. Так, кто это у нас? А, вот, ребята, темная охотница. Блин, ну она жестит, на самом деле жестит. И в принципе в последних боях я проигрываю именно из-за этого. Что она просто меня там наказывает. Так, поднимаем уровень до второго. Это армия нежити у нас. Это круто. А то они у меня были первого уровня и пасовали. В данный момент вы видите, какая у меня колода. Из чего она состоит. Если там у вас какие-то предложения по замене, пишите, конечно, ребята. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Видимо... А, мы можем взять с вами сундучок. А, открыть. Ну, понятно. Открыть это нужно нам 100 вот этих вот кристаллов. У меня их нет, ребята. У меня их всего 16. Я не знаю, где их зарабатывать. Так, погоди-ка секунду. Что там у нас было? Блин, елки-палки. Как мне вернуться обратно? Гильдия. Всем привет. Слушай, по-моему, гильдия мертвая. Я написал всем привет, и все, и тишина. Может быть, ребята, мне даже... Придется отсюда уйти. Если есть у кого-то предложение или есть у кого-то какая-то гильдия своя, то с удовольствием, вживую только, с удовольствием вступлю. Так, ну что, ребят, последние герои. Да, было некислое испытание, мне оно понравилось. Зачетное, зачетного дают персонажа. Так, ну а мы с вами, наверное, пойдемте разочек подеремся, да? Выбрал я вот такие вот, ребят, скиллы себе. Огненная дорожка и ярость. Можно было бы, конечно, ставить метеорит. Но у меня все-таки третьего уровня. Метеорит второго. Так, ну что, погнали. Посмотрим, кто у меня, ребята, выпадет здесь. В последнее время меня здесь... Ох ты, что это такое? Что это за новый скилл? Кто там такой? Туртли? Черепашка, что ли? Так, ну я немножко посильнее буду, конечно, его. Так, у него камни качащиеся, прокачанные до второго уровня, да? Ох, 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 ох. Разошелся-то парень. Не на шутку, на самом деле. Так, давай-ка сделаем вот таким вот образом. Запарил он уже меня, на самом деле, да? Так, идет армия скелетов. Ну что, естественно, ребята, тут надо вызывать жнеца. Так, древень. Древень на древень. Давай так сделаем. Плюс под яростью. Так. Ну, сюда нет смысла, ребята, вызывать скелетов, поэтому... А вот сейчас, кстати, покажу я вам, ребят, что у нас делает Самрек. Вот, ребята, он накапливает вот эту энергию.
после берет вот так вот и просто уничтожает. Круто, круто. Мне не нравится, что вот тут, ребята, творится. Давай-ка вот так вот. Ну, замечательно. Так, стрелков. Так, хилочку поставим сюда. А вот сюда вот скелетов. Так, подожди, вот это вот совсем, совсем худо, ребята. Гном тут еще не... А, это град стрел, понял. Так, успокойся, пожалуйста, гном. Гномчанский. В общем, вы видите, да, сам Рэг что делает. Он довольно крутой чувак. Мне нравится на самом деле, мне очень нравится. Так, давай-ка выпустим, наверное, сюда жнеца. И древняя. Воу-воу-воу-воу. Дорожка огненная пошла. Пошла. Так, минус жнецы. Так, Самрек, давай выходи. Самрек выходит у нас. Давай, наверное, вызывать армии скелетов. Так, тут, наверное, нам, наверное, придется немножко отодвинуть. Вы вот сейчас серьезно, что ли, вот это делаете? Я не могу понять. Так, давай-ка тогда стрелков тоже вызовем. Что это за ерунда тут происходит? Ну, разнесли, да? Отлично. Так, давай сюда гиганта вызовем. Ты смотри, что творит, а? Просто, ребята, не подпускает. Но у него здоровья мало, как мы видим. Здоровье хромает на его базенке. Давайте, наверное, вот так еще вызовем с вами армию, да? Под яростью. Ну, давай под яростью, хорошо. Уничтожили, ребят, моему базу. Так, простой сундук. Ну, это понятно. На лучше можно и не рассчитывать. Так, ну что, еще, наверное, да? Ребята, боевочки сделаем. Так, интересно, вот как нам теперь прокачивать, например, вот этого вот Самрека? Где на него брать осколки и так далее? Или он у нас просто... А погоди-ка, серьезно, а как он у нас... Он за какие-то... Вот такие вот руны, ребята, нужны. Мифические руны. Ух. У меня ни одной почему-то нету. Ладно, поехали в бой. Поехали в очередной бой. У меня 802 кубка. Смотрите, метеоритный дождь оставил, да, себе? Точнее, я бы даже сказал, метеоритный удар. Так, ладно. Вот всегда ребята начинают вот с этих камней. А у меня, видите, колодушка довольно дорогая. И не получается сразу же дать отпор. Стрелки. Идут стрелки. Ну, сюда, конечно, лучше вызвать сразу же жнеца. Это полюбасику, ребят. Сразу жнеца. Опа! Ты понял, что он сделал? Ладно, хорошо. Давай, предположим, мы сделаем вот так. Эту дорожку мы с вами попробуем уничтожить. Так. Сюда, естественно, тоже вызываем, ребят, скелетов под яростью. Слушай, ну он что-то уж больно круто начал. На самом деле. Так, туда жнеца давай вызывать. Вот так вот. Вот, ребята, вот это вот, это, вот поганка, вот она меня раздражает, ребят. Вот серьезно говорю. Она меня просто убивает своими вот этими вот действиями. Бомбит. Так, что тут, древень? Давай древняя, наверное, вызовем. Оу, оу, оу. По-моему, ребята, тут фейл, да? Будет. Скорее всего. Ничего мне тут не помогает. Все, зажал. Из-за каких-то гребаных камней вот этих вот катящихся проиграл. Все мне спутал. Ладно, хорошо, ребята. Нельзя же все время выигрывать. Надо иногда и проигрывать. Поехали далее. Так, может быть, нам кого-то здесь убрать. Может быть, тоже взять эти камни. Взять камни, чтобы просто, ребята, ну, раздражать своего, так скажем, противника. Райдер, да? Ладно. Поехали. Так, вот, опять он начинает, а? С этих камней. Как там у нас вот так вот, по-моему, уничтожается все это дело, да?
И он хитро потом сделал, ребята. Он применил удар. Вы все это видели, да? Он просто уничтожил всех моих гоблинов, точнее, скелетов. Ну и там кого-то навызывал, и с этого и началась вся ерунда. Давай вызовем стрелу. Воу! Так, наверху. Вот, опять та же самая, ребята, фигня. Давай тогда тоже уничтожать. Единственное, что дорожка очень, ребята, долго действует, на самом деле. Смотри. Слушай, ну мне кажется, тогда метеоритный удар все-таки лучше получается, чем эта дорога. Надо будет об этом подумать и поставить обратно. Ну, давай, жнец. Ай-яй-яй, он что у нас, под яростью, что ли? Да, под яростью, ребята. Так, давай уничтожать древень. Тыч, по две карты. Что по две карты, я не понял. Самрек, ну-ка, устрой ему тут карнавальную ночку. Ты дичь, уничтожил. Вот, вот, ребята, вот эта вот охотница просто, просто имба какая-то, я не знаю. Просто имба. Так, тут он жнеца еще вызвал. Хорошо, давай вызовем, наверное, дорожку. Так, хорошо. Ну, вроде бы нормуль, да? Для начала. Так, сюда мы выставим стрелка и скелетов. Скелеты пускай его немножко там деребанят. Так, еще вызываем скелетов, уже армию. Давай под яростью будем уже бомбить, в конце концов. Чтобы побольше урона наносить. И стрелков сюда позовем. Все. Да, ребят, если самрек выходит... Слушай, я, наверное, все-таки возьму дождь. Этот удар метеоритный. Чего там написано было? Чего я там достиг? Сезон завершается через 4 дня. Там что-то было написано. Я, ребят, пропустил, пока тут разговаривал. В другую лигу, что ли, перешел? Да? Ладно, давай, наверное, мы возьмем все-таки вот этот вот удар. Потому что дорожка, да, она может быть и хороша, но она так медленно действует. Открыть. Чтобы открыть этого героя, нужно что? 10 осколков. И эссенция героев. Угу. У меня до сих пор только два лишь персонажа. Так, ну что, как нам там поставить? О, для повышения уровня вам потребуется 30 осколков. Ну да. Ну что, я выбрал этот удар-то основной свой или нет? Не могу понять. Как-то, где это прорисовывается? Ну-ка, давай в сражениях. Нет, надо поменять. Вот. Вот так вот будет, наверное, получше. Потому что дорожка вот эта вот огненная, она очень медленно, да, действует. А вот этот удар, он все-таки на... сразу на конкретику. Так, у него, кстати, ребята, прокачанный скилл получше, чем у меня. Так что радоваться пока рано. И, может быть, вот мать природу убрать отсюда. Я не знаю, ребят, зачем она у меня в колоде вообще стоит. Честно сказать, не знаю. Давай-ка оттолкнем паренька этого. Воу! Начал-то как, а? Начал здоровски. Так, давай-ка уберем этих скелетов отсюда. Стрелка. Что ты делаешь, парень? Под яростью, может быть? Давай, ребят, под яростью. Так. Сейчас забомбим. Алхимик. Ну-ну-ну-ну, скелеты, давайте, отлично. Опять она тут, а? Ну все, по тебе самрек плачет. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот, все. Сейчас он будет его... Ох, как он его будет, ребят, раздражать сейчас, вот увидите. Сейчас он, бедный, не знает, что будет... Что ему надо будет сделать. Давай-ка вот так, наверное, бомбанем. Отлично. Так, вызовем скелетов. И жнеца призовем. Сюда я поставлю, наверное... стрелков. И под яростью, ребят, все это дело. Ты дичь, просто скелетов поднимает и уничтожает. Ну круто, ничего не могу сказать. Вот видите, он приходится ему тратить свои суперудары, чтобы сам Рейка уничтожить. И он его убьет сейчас, нет? Нет, не в этот раз. Хотя мы там вообще на микронах живем.
Вызываем еще армию и добиваем, ребята, просто метеоритным ударом. Все. Вот где бы мне вот эту вот стражницу взять? Вот это было бы круто. Не стражница, а как ее назвать-то, ее? Лучницей. Арбалетчица даже так вот лучше будет. Блин, мне этот герой тоже зашел, понравился. Так, что у нас, ребята, скоро... Не знаю, мы с вами накапливаем вот это. И что у нас будет? Будет открыт... Терен Рии откроется, да? Новый герой. Хорошо. Хорошо, давай попробуем, ребят, заполучить его. Сегодня, наверное, не получится. Ну, хотя, кто его знает. Может быть, даже все и получится. Опять, ребят, ну что я такое отстаю-то, ё-моё, а? По скиллам. У него на третий уровень, да, все прокачано. У меня только лично второй. Понятно, та же самая, ребята, фигня. Начинает именно с мечника, да? Давай его отодвинем маленечко, наверное. Давай вот так сделаем. Отлично. Так, древень пошел. Будет сейчас, наверное, метеорит тоже применять. Нет? Все-таки применил. Так, хорошо. Ну что, будем, наверное, с вами... Нет, давай-ка вот так, наверное, сюда стрелков вызовем. Ой-ой-ой, стрелки. Бегун. Ребята, бегунок тут появился у нас. Сейчас звезданет. Ой, звезданет. Давай-давай-давай-давай, накрываем его. Он под яростью. Он, ребят, под яростью, все, я понял. Давай, наверное, мы сделаем вот так вот. А этого убьем? Нет, не убили, чуть-чуть не хватило. Так. Ну-ка, Валькирия. Да, Валькирия проигрывает Самреку. Ну, выдерживает два удара, ребят, все-таки. Так. Как он ему, а? Ребята, Самрек-то его, как он его не любит. Как кто же его любит-то? Я тоже бы не любил бы быть на его месте. Давай-ка, наверное, под яростью. Я не хочу, ребята, чтобы тут какая-то фигня произошла. Вызовем, наверное, вот сюда Самрека вниз. Так, там прошел, да? Ладно, скелеты, скелеты, появитесь. Отлично, успели. Так, жнец. Давай жнеца, наверное, вызовем. Да хорош там уже буянить-то мне. Разогнались. Тыдыч. Ах, подбили все-таки. Ладно. Армия скелетов против армии скелетов. Плюс, ребята, стрелки. Сюда вызываем водяного голема. Так, погоди. Как он там пробился? Я что-то не понял, если честно. Под яростью. Ребята, там валькирия идет. Там идет валькирия. Ну, хорошо получилось. Тут-то что у нас, ребята? Тут армия скелетов. Причем довольно нехилая. Жух! И все, и нет этой армии. Так, давай мы тоже так же сделаем. Думает, только он так может, что ли? Нет, парень. Остается мало здоровья у базы его, как мы видим. Ой, опять бегун. Где все мои карты? Вот они. Давай, скелетики, тормозим его. И Самрек уже будет следом идти. Так, он на этих бегунах хочет, да, я так понял, тянуть карту. Он хочет, ребят, на этих бегунах у нас выкрутиться. Тогда давай так сделаем. Отлично. Пошли, 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 пошли. Уничтожаем. Ну, добьем сегодня мы базу ему или нет? Да добьем, куда он денется? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять этот бегун. Опять сейчас тычну. Хорошо, что он в скелетов врезался. Это отлично, ребят. Разнесли, короче, мы ему базу. Получено трофеев, монетки. Все как полагается. Сколько у нас там по опыту, ребята? Еще тридцаточка, да, сверху капнула. Ну что, тогда давай еще. Еще, ребят, сражаться. Прапать я, наверное, никого не могу, да? Поэтому в бой. Сразу же в бой. Да, все-таки этот, ребята, удар эффективнее будет, чем дорожка. Хотя, если брать, например, что на одной дорожке будет очень много противников, например, да, отсюда и до сюда, то, конечно, выгоднее брать именно огненную дорожку. Потому что метеорит,
он действует на ограниченной плоскости. То есть он там... Так, тихо. Алхимик, да? Он с алхимика начал. Ладно. Раз ты начал с алхимика, мы тогда вот так встретим тебя. Стрелками. Так, тут у нас мечник. Ну, посмотрим. Ну, да, ребята. Водяной голем, конечно, проигрывает. Так, сделаем. Так, стрелка расписали. Да что ж вы так медленно-то копитесь, я не понимаю. Давай, скелеты, выходите. Так, ну что, надо наказывать нам ее. Стрелка-то этого. Раз, два. Так, сейчас бедные скелеты устроят нам тут карнавальную ночку. Ну давай, бомби его. Давай вызовем Самрека, наверное. Вот так. А сюда вызовем Жнеца. Так, уничтожаем, ребята. Все, стрелки пошли. Да хорош ты там уже буянит-то. Эй, парень. Давай еще, наверное, вызовем скелет. Ах ты! Смотри, что делать, тошнотик. Ну, Самрек там наяривает, будь здоров. Малорик, красавчик. По красоте все делает. Он защиту, что ли, какую-то включил? Или что это такое, ребят? Что это вот? Такое переливается. Всеми оттенками, я не знаю. Ну что, добиваем, наверное, да? Все. Ну, уровень... Что-то он в конце просто никого уже не стал вызывать. Может быть, сдался, я не знаю, ребят. И... Сколько у нас там по опыту, давай посмотрим. Да, ребята. И мы получаем с вами Терен Ри. Это новый герой. Так, цепная молния. Поражает трех случайных врагов в ряду. И исцеляющая волна. Восстанавливает УЗ союзникам в одном ряду. Я считаю, что это круто. А что это такое за Егор? Не понял. Ух ты, это кто такой, ребята? Дьявол? Две вальки. Подожди, я не понял, а при чем здесь Егор вообще? Егор стоит. Здесь у меня, да? Небесный дворец. Вот у него тут дьявол, да? До небесного дворца мы обязательно дойдем. На Элла потом будет открываться. Ага. Я что-то не могу понять, вот в этом юмор. Егор, это мой соклановец или кто это вообще? Почему он тут показан? Не знаю, ребят. Так, погоди-ка, а почему он... А, вот, открыть. Разблокировали мы этого персонажа. Я не знаю, ребята, пишите мне по поводу этого героя. Крут, не крут. Я знаю, что вот эта исцеляющая волна, да, на дорожке. Как она меня напрягала. Особенно, когда идут на тебя такие здоровые... чувачки, и он делает эту исцеляющую фигнюшку, и фиг ты их пробьешь. Он просто отхиливается, и все. Раз за разом. Мои юниты падают, а он все хиляет и хиляет, хиляет и хиляет. Так что, хотелось бы узнать просто ваше мнение по нему. А пока я буду играть рулом. Кстати, кто-то мне написал, я ненавижу рула. Почему ты его ненавидишь? Вот объясни мне, почему ты ненавидишь рула? Если ты его ненавидишь, у тебя должны быть какие-то обоснования. Вот... Если ты пишешь в комментариях, то ты делай сразу же обоснование, почему. Если он тебе в чем-то не устраивает или он слабый, то это не повод для того, чтобы его ненавидеть. Я, например, тоже не очень умею играть паладином. Но многие за него играют и довольно неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, цепная молния на 6 уровень. Плюс, пфу. Да, ребят, сейчас меня, по-моему, тут ушатает просто-напросто. Вот что я тебе могу сказать. Просто ушатают. Ну что, попробуем. Попробуем как-то выстоять, я не знаю, ребят. Выживать будем, но вряд ли у меня тут что-то получится. Я уже вижу, у него тут и третьего уровня, да? Войско. Давай, наверное, вот сюда древнее поставим. Он со скелетами довольно неплохо справляется. Ой, это что такое сейчас было? Это что такое? Вот сейчас, ребят, это что было? Я не знаю, какой-то вылез тотем из-под земли.
Слушай, ну у него тут, смотри, какие-то войска. А, ну эту я знаю, эту я вспомнил, ребят. Так, давай тогда мы сделаем, наверное, вот так. И сам Река призовем. Вот так вот. Ну а что делать-то? Больше ничего не оставалось, никакого выбора не было, ребят. Скелетики справа. А, нет, показалось вот. Вот. А что-то на сам Река он не стал, да? Ага, вот этот тотем какой-то там, ребята, был сейчас только что. Исцеляющая дорожка. Вот, вот про эту я вам, ребята, штуку и говорил. Смотри, ну невозможно же ничего сделать. Просто невозможно. Он захиливается, у него бомбическая тут сила. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Здесь попробуем добить. Да, очень, очень сложно. У меня, конечно, здоровья вообще маловато на базе. Да что-то маловато на базе, ее практически вообще нету. Практически вообще нету здоровья. Все тут. Начать и закончить ему. Давай отодвинем. Ты посмотри, ну вот как вот с этим вот бороться, ты извини меня. Вот с этим тотемом, который вылазит из-под земли. Я не знаю, если честно, ребят. Можете тут что хотите говорить, но явно, вот здесь явно баланса нету в данный момент, в данной катке. Что он там делает? Самрек, давай выходи. Не знаю, попробуем что-то сотворить здесь. Сейчас он вызовет опять этот свой тотем, я так понимаю, да? И начнется веселуха. Ну, где он там тотем свой вызывает? Я ведь знаю, что он вызовет его. Да ладно, ты еще хочешь сказать, что ты мне проиграешь? Ну, извините, ребят, я не знаю. Может, вылетел парень из игры. Может быть, поддался. У него были все козыри в руках. Так, я переместился еще выше, ребята. Я в данный момент на 8-м месте. В бронзовой лиге. В бронзовой лиге, ребят. Ну что, друзья мои, наверное, на сегодня и хорош, да, маленечко подрались. Я вам показал, кто такой Самрек, что он делает. Довольно неплохой юнит, да, стоит дорого по манне, но он того стоит, на самом деле. Ну а мы с вами увидимся в следующем видосике и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и до скорого.